Добрый день. На РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Кран Плаза Уфа» в студии Маргарита Гафарова. Рост цен на услуги ЖКХ в Башкортостане в 2020 году составил 4,5%. Это выше как среднероссийского уровня, который составил 3,5%, так и среднего показателя по Приволжскому федеральному округу, где динамика равна 3,3%. Вместе с тем, это и ниже уровня инфляции, следует из исследования компании «Финэкспертиза». Сильнее, чем в Башкортостане, цены на коммуналку выросли только в Удмуртии на 6,6%. Также в пятерку лидеров вошли Самарская, Кировская и Оренбургская области. Динамика там от 3,5 до 4%. Эксперты отмечают, что в 2020 году услуги ЖКХ подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,5% при годовой инфляции 4,9%. Это минимальный рост за 19 лет. В то же время в 15 регионах рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию. Напомню, для жителей 412 многоквартирных домов Уфы сумма начислений за декабрь по отоплению выросла более чем на 42% по сравнению с ноябрем 2020 года. В среднем в республике рост составил 30%. На прошлой неделе региональная прокуратура начала проверку обоснованности начисления платы за отопление. Вытрезвители в Башкортостане могут быть созданы на принципах государственно-частного партнерства. Формат работы регион определит самостоятельно. Главное, чтобы они служили сохранению здоровья и жизни жителей республики, а не превращались в способ заработка, отметили в госсобрании. Возродится система медицинских вытрезвителей в республике может благодаря действующему федеральному закону. Документ наделяет такими полномочиями регионы и муниципалитеты. А полицейские получили право доставлять в вытрезвители нетрезвых граждан. При этом помощь должна оказываться независимо от социального положения всем. Некоторые регионы уже взялись за разработку соответствующих законов. Башкирский же парламент пока отложил этот вопрос на неопределенный срок. Я, конечно, поддерживаю возрождение системы вытрезвителей, но вместе с тем считаю, что нужно создавать такое правовое регулирование, чтобы оно не превращалось в коммерческую лавочку, потому что, к сожалению, вы знаете, раньше были такие ситуации, когда превращался в сбор денег состоятельных или платежеспособных граждан, по сути. К слову, из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч человек. Из них до 10 тысяч погибают от переохлаждения. Многие становятся жертвами преступников. В Уфе только 35% из 882 памятников истории и культуры находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные нуждаются в восстановлении. Об этом сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия республики Олег Полстовалов. По его словам, в связи с подготовкой к 450-летию Уфы большое значение приобретает статус улицы имени Октябрьской революции. Там располагается 70 исторических зданий, из которых половина требует ремонта и реставрации. Вопрос о том, станет ли улица пешеходной, пока остается открытым. Многое будет зависеть от реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, отметил начальник управления. К сожалению, пока в городском округе у города Уфа нет достаточно средств для установления памятника. У нас необходимость, так сказать, проведения нашей части работ по установлению зоны охраны на государственную историко-культурную экспертизу. И ориентировочно требуется по Октябрьской революции где-то 15 миллионов рублей. По словам Олега Полстовалова, с 2013 года в городе с привлечением частного капитала восстановили лишь 3 исторических здания. Из них 2 в прошлом году. Это пекарня постройки начала 20 века на улице Красина, 46, и дом Юдаевых на Октябрьской революции, 76. В настоящее время для решения проблемы ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, у которых есть соответствующий опыт, резюмировал глава ведомства. В Башкортостане предложили создать заповедник для бездомных животных. На его территории будут содержаться отловленные в населенных пунктах собаки. Во сколько может обойтись проект, пока неизвестно. Предполагается, что курировать работу заповедника будут 3 структуры. Благотворительный фонд, который собирает средства на содержание животных, подрядчик, который отлавливает и содержит их, и зоозащитники. Вице-премьер Ильшат Фазрахманов назвал идею хорошей и предложил выделить землю под приют нового типа в одном из районов, прилегающих к Уфимскому, например, в Иглинском или Архангельском.
Выберите район, значит, где удобнее, потому что он же должен быть и такой транспортный поток, туда можно ехать, там, туда и обратно, правильно? Чтобы это раз. Два, это должна быть, естественно, не плодородная земля, не пашня, это должен быть что-то вроде леса, там, какого-то заповедника. Значит, три, он не должен попадать под охотоугодие, соответственно, так, чтобы там охотников не было. По словам экспертов, существующая схема обращения с бездомными животными, когда их отлавливают, стерилизуют, чипируют и выпускают обратно, неэффективна. Через некоторое время приходится снова их же отлавливать, расходуя бюджетные средства. Как сообщил начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин, строительство одного места для собаки в обычном приюте и ее пожизненное содержание обходится примерно в 400 тысяч рублей. В 2020 году в Башкортостане на отлов и содержание бездомных животных из бюджета выделили свыше 63 миллионов рублей. В 2021 году эту сумму увеличат примерно на 15 миллионов. Сейчас в республике действуют 9 муниципальных приютов и 12 частных, которые зарегистрированы официально. В этом году должны открыться еще 10 частных приютов в разных районах и городах республики. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК Уфа.